Все, что ты тратишь, если это не приносит пользы для твоей религии или мирской жизни, это идаа, это уничтожение имущества. Входит ли сюда, братья, трата денег на сигареты? Конечно. Безусловно. Если человек скажет, да, я трачу на сигареты, но это дает мне расслабление, дает мне радость, дает мне удовольствие. Я бываю утомленный, раздражительный, проблемы у меня. Я закурю сигаретку, и легче мне становится на душе. Это тоже запрещено? Это тоже губить имущество означает? Мы скажем, конечно. Конечно. Потому что если и есть такая польза малая в этом, о которой ты сказал, но сколько вредных последствий. Эти вредные последствия во много раз превышают пользу. Поэтому Аллах Субхану Тааля запретил вино. Запретил мейсер. Да, играть, например, в кости или пить вино. В этом есть какое-то расслабление для человека? Конечно, есть. Есть какое-то расслабление. Но вред этого много раз больше, чем польза. Грех этого больше, чем польза. Поэтому мы скажем, да, ты получаешь какое-то удовольствие от этой сигареты. Может быть, как-то настроение у тебя улучшается. Может быть, ты как-то расслабляешься. Но потому что ты привык к этому. Это просто привычка. Так человек к чаю тоже привыкает. Если нет чая под рукой, портится настроение у человека, нуждается в чае тут же. Поэтому, как бы то ни было, мы скажем такому человеку, который говорит, я получаю удовольствие от курения, и у меня улучшается настроение, получаю расслабление, мы скажем, это мы не принимаем в расчет здесь. Почему? Потому что вреда здесь во много раз больше, чем пользы. А если, это правило очень важно, если в чем-то, братья, вреда больше, чем пользы, то это харам, это шариатское правило. Если в какой-то вещи, в каком-то поступке аль-мафасид, вредные стороны, превышают аль-масали, полезные стороны, то это харам. Поэтому, когда мы слышим от некоторых братьев, которые приводят в качестве аргумента на дозволенность курения, что сахар, мол, тоже вредно, что мы скажем им? Мы скажем, пользы в сахаре больше, чем вреда. Да, есть какой-то вред, а потом, опять же, не в самом сахаре вред, а вред в большом количестве сахара. Что касается сигарет, то это что? Вред и в малом количестве, и для тебя самого, и вред, который распространяется на других людей, ты губишь себя и губишь остальных. Поэтому это харам, это идатуль маль, это уничтожение имущества –